Мышей очень много бегает здесь. Как-то хаотично. Ой, вот там, где сейчас мышь сидит, у них раньше была нора. Сейчас там норы нету. Тут было замечательное дерево. Где мыши с удовольствием тусовались, но его зимой спилили. Меня просили мышей снять. Вот я снимаю мышей. Что-то я отвлекся сейчас и не видел, куда она побежала. Мыша, где-то здесь. У них вот под этими корнями какая-то система очень мощная. Вот она вылезла, мыша. Я, говорит, вылезла. Побежала. А, да, вот. Не, ну, это не... Это не... Ну, что такое? Там у них норы, она орешки потащила, взяла орешек, потащила куда-то в норы там. В том году я снимал. Она бежит обратно. Я, говорит, обратно бегу. Ну-ка. Тут не одна, оказывается, она. Их тут много. Они друг друга гоняют. Вот злодеи какие. Это не снять. К сожалению, это не снять. Потому что это происходит в подлеске. И еще тут тени. Тут солнце заходит. И тени здесь. Очень тяжело что-то снимать. Я глазами-то вижу, а фотоаппаратом это не снять. Мыша, две мыши бегут. Вот она сейчас прибежит. Я, говорит, вот она прибежала, говорит, я. Что тут у вас вкусного? А у вас тут орешки, да, даже? Сейчас потащу я вот орешек. Побежала. Это не снять, я говорю, как они бегают. Вот она побежала. И еще одна мыша тут бежит. Как-то не узнали про орешки. И еще одна бежит сюда. Сейчас их две будет здесь. Одна убежала, вторая прибежала. Какие-то у них тут разборки. Сейчас она... Неужели потащит? Надо им туда баночку с водичкой поставить. Просто интересно. Мышка умывается, надо же. Ну все, такая зарисовочка. Первое видео с мышами в этом месте. Ну все.